Вітаємо вас, шановні друзі, в ефірі програма «Це вас хвилює» в студії Нелі Толмач. Традиційно о цій порі ми запрошуємо вас до бесіди, присвяченої найактуальнішим проблемам, питанням зі сфери охорони здоров'я. За медичним календарем останній тиждень вересня присвячений саме профілактиці серцево-судинних захворювань. Тому до нашої студії ми запросили досвідченого експерта. Зустрічайте, будь ласка, Аллу Борисівну Завгородню, лікаря-кардіолога Миколаївської обласної лікарні. Алла Борисівна, доброго дня. Дякую, що ви погодились на цю зустріч. Алла Борисівна, когда-то во времена Советского Союза, потом уже суверенной Украины, мы постоянно обращались к профилактике, теме профилактики, но начинали со статистических данных, потому как сердечно-сосудистые заболевания всегда лидировали. Сегодня, вот в 2015 году, вы врач-практик. Можно проанализировать, насколько действительно актуален этот вопрос? Проблема очень актуальна. Дело в том, что сердечно-сосудистые заболевания, к сожалению, остаются на первом месте среди смертности, среди всего населения. Если взять отдельно трудоспособное население, там немножко преобладают иногда инфекционные и травматические заболевания. Если мы возьмем все вместе когорту, включая пожилых людей, то сердечно-сосудистые заболевания действительно лидируют, на втором месте оставляют за собой онкологические. Они идут почти рядом. Все остальные уходят на третье место. Я хочу сказать, что это проблема актуальна не только для Украины, но и для всего мира, то есть и для высокоразвитых стран, несмотря на имеющийся у них уровень медицины. Какова же причина возникновения этого рода заболеваний? Основная причина сердечно-сосудистых заболеваний – это, конечно, атеросклероз. То есть 90-95% принадлежит этому заболеванию. Хочу сказать, что начинается оно в очень молодом возрасте, практически в детстве. И даже у маленьких детей, если сделать анализ, посмотреть сосудистую стеночку под микроскопом, уже находят отложение холестерина. То есть что такое атеросклероз? Это неравномерное отложение холестерина в стеночке сосудов, которое ведет к ее утолщению, в будущем нарушению кровообращения, ну и всевозможных заболеваний, которые с этим связаны. Поэтому, как никогда, сегодня действительно актуальна профилактика, именно начиная с детского возраста, и даже рекомендуют до рождения ребенка, чтобы как можно дольше оттянуть появление этого заболевания. Если говорить о лечении, насколько удачным является лечение, насколько поддаются лечению этого вида заболевания? Значит, когда пациенты обращаются к нам, а именно взрослые пациенты. Конечно, как правило, симптомы у них появляются, к сожалению, на поздних стадиях заболевания. То есть лечение в данном случае будет уже малоэффективно, к сожалению, потому что болезнь достигает уже своих выраженных проявлений. И повернуть назад, к сожалению, этот процесс невозможно. Но благодаря современным средствам, которые мы имеем, очень хорошим, проверенным во многих научных исследованиях, и это очень большие исследования, это сотни тысяч людей, доказано, что можно приостановить этот процесс, замедлить. То есть если человек все-таки обратился уже с какими-то выраженными симптомами, но он начинает принимать лечение, и мы можем этот процесс приостановить. Для того, чтобы совсем не развивалось это заболевание, здесь, конечно, нужно много очень прилагать усилий, начиная именно вот с самого-самого раннего детского возраста. Тут есть очень много факторов, и это то, что называется сейчас во всем мире модификация образа жизни или здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни. Подошли к самому главному, дорогие друзья, самой главной части нашей программы, потому что любое заболевание лучше предотвратить, конечно, чем успешно лечить. Вот как сделать для того, чтобы ваше сердечко, ваши сосуды были здоровыми, именно сегодня нам расскажет Алла Борисовна. Алла Борисовна, какие виды профилактики заболеваний существуют? Я еще немножко хочу сказать, что не только проще, но еще и дешевле. Так. Потому что всегда профилактика будет дешевле, и поэтому весь мир в этом заинтересован. Конечно. Ну, скажем так, есть факторы риска, на которые мы можем повлиять, и есть факторы риска, на которые мы повлиять не можем. То есть так называемые модифицируемые и немодифицируемые. Немодифицируемые – это те, на которые, к сожалению, современная медицина не может повлиять. Это возраст, это пол, ну и наследство. Конечно же, наследство. На пол, правда, сейчас вы можете сказать, что тоже уже влияют. Бывают. Но если человек родился определенного пола, даже если он в будущем его сменит, это уже не повлияет на его генетическое состояние. То есть женщины, например, более склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям? Например? Женщины, вы знаете, примерно статистика одинаковая. Просто женщины немножечко начинают позже болеть атеросклерозом, потому что у них есть эндогенная выработка эстрогена. Понятно. И вот пока женщина в своем цветущем возрасте,
она более защищена от атеросклероза, чем мужчина. Мужчина, к сожалению, заболевает немножко раньше. Но когда возраст достигает 60 и больше лет, примерно уравнивается по половому признаку женщины и мужчины. Может быть, отчасти как-то влияет наша социальная среда в том плане, что может быть стрессов больше у мужчин, может быть, они более агрессивные, знаете, более воинственные, да, в таком возможно, плане. Возможно, более чувствительные, да, подверженные. Вот, да, может быть, поэтому мужчины в молодом возрасте более подвержены атеросклерозу. Конечно, очень большое значение имеют стрессы, и мы сейчас наблюдаем такую прискорбную картину, что очень молодеет атеросклероз. Если раньше, ну как раньше, 20 лет назад, мы говорили о том, что атеросклероз – это заболевание старше 40 лет, то сейчас мы с прискорбием отмечаем, что это заболевание старше 30 и даже 25 лет, и все чаще и чаще с этим приходится встречаться. Конечно же, удручающие факты, но тем не менее, сегодня современная медицина в Украине стремится к семейному подходу, и, возможно, благодаря этому мы можем и проследить динамику развития заболевания в каждой конкретной семье. Конечно. Во всяком случае, сегодня уже есть специалисты, которые комплексно подходят, да? Конечно. Сейчас очень широко идет подготовка у нас в институтах, практически более 90% выпускаются семейные врачи. И я хочу сказать, что это правильно, потому что если это будет так, как положено, семейный врач, который должен знать по своему участку, в каких условиях живет конкретная семья, какой у нее социальный статус, как они питаются, чем они занимаются, ему будет легче в дальнейшем их направить, возможно, предотвратить какие-то заболевания, или если они возникнут, направить, ну, туда, куда это будет необходимо. Итак, если в семье уже есть факты проявления сердечно-сосудистых заболеваний, это такие маленькие звоночки для будущего поколения. Да. Алла Борисовна, давайте непосредственно уже будем говорить о профилактике. До эфира вы нам рассказывали, что существует очень большое количество видов профилактики, и самое главное – это вот первичная вот эта форма. В чем же она заключается? Значит, первичная профилактика – это предупреждение заболевания у здоровых людей. Ну или тех, у которых еще не выявлены клинические какие-то проявления сердечно-сосудистых заболеваний, направлено на то, чтобы не допустить развития этих заболеваний. Значит, что включает в себя это понятие? Ну, во-первых, это категорический отказ от курения. То есть некоторые люди говорят, что вот мы курим редко, иногда облегченные сигареты и так далее. На самом деле здоровый образ жизни предполагает полный отказ от курения. Более того, не только самому курить, то есть быть неактивным, но также не быть пассивным курильщиком, не находиться длительно в помещении, где много курят, дома, на работе или где-нибудь еще. Следующий момент. Сейчас очень большая проблема в нашем обществе – это гиподинамия. Вы так сами понимаете, дети наши сейчас имеют много компьютерной техники всевозможной, практически еще с дошкольного возраста. В связи с этим мы видим, что наши дворы опустели. Только, может, самые маленькие детки с мамами гуляют, а остальные все сидят за компьютерами и жуют булочки. Поэтому гиподинамия – это второй немаловажный фактор риска развития атеросклероза. Человек – это существо, которое устроено так, чтобы оно должно все время двигаться. Есть даже такая фраза – движение – это жизнь. Чем больше мы движемся, тем лучше кровообращение, тем быстрее бежит кровь по сосудам, тем реже становится кровь, и тем меньше фактор возникновения атеросклероза. Поэтому борьба с гиподинамией – это вторая цель профилактики. Есть определенные нормы, они доказаны научно, сколько какому человеку нужно двигаться. Итак, я хотела задать этот вопрос о нагрузке, потому что это тоже очень важный момент, потому что у нас, знаете, как бы две стороны одной проблемы. Да. Или полное отсутствие движения, или наоборот чрезмерное. Немножко есть, В спортзалах, в фитнес-центрах идут до такой степени иногда нагрузки, что сосуды не выдерживают. Очень правы, кстати, очень хороший вопрос вы задали, я как раз хотела тоже об этом сказать, что нагрузки, конечно, тоже нужно контролировать. Значит, если мы говорим о здоровом человеке, он должен иметь не менее чем 30-40 минут обычных нагрузок в день. Если брать в пересчете неделю, то это где-то до 5 часов в неделю. Что значит обычная нагрузка? Это бытовая нагрузка, которая включает ходьбу в обычном темпе, подъем по лестнице на 2-3 этажа, ну какую-то домашнюю работу, не связанную с подъемом тяжести больше 8 килограмм. Если мы говорим об интенсивных нагрузках, значит, интенсивные нагрузки допускаются ежедневно не более 10-15 минут. Как проверить, интенсивная это нагрузка или нет? Есть очень простой способ, который доступен каждому, это посчитать свой собственный пульс. Пульс в норме, какой пульс То он есть, должен?
В норме пульс обычного человека от 60 до 80 ударов в минуту. Могут быть небольшие отклонения, но среднее это 60-80. Так вот, при обычной нагрузке пульс, как правило, не должен превышать 110-120 ударов в минуту. При интенсивной нагрузке допускается частота пульса до 140 ударов в минуту. Все, что выше, это уже не норма, и этого допускать не нужно. Поэтому занятия в спортзалах, конечно, тоже можно подключать, но в силу занятости многие не имеют возможности это сделать. И поэтому человеку самое простое, что можно сделать, где-то рассчитать свое время так, чтобы он не проехал на общественном транспорте, а прошел пешком. Чтобы это пусть было 15 минут утром, 15 минут вечером. Вот в таком темпе, чтобы его пульс был где-то 100-110 ударов в минуту. Это уже очень хорошая нагрузка. Как легко на самом деле контролировать собственное здоровье. Да. Вы видите, что даже качество нагрузки вы можете сами определить, сами рассчитать и сами поставить себе диагноз в какой-то степени, насколько вы... Диагноз, наверное, не стоит, но рассчитать нагрузку действительно можно. И это на самом деле очень просто. Есть так называемая еще формула расчетной нагрузки для человека, очень простая. 200 минус возраст. Вот нужно из числа 200 вычесть свой возраст. И то, что вы получите, это та частота сердечных сокращений, которая для вас должна быть пределом. То есть чаще, чем это частота. Максимально, да, можно сказать. Да. Угу. Если вы же понимаете, что если мы возьмем ребенка или подростка 15 лет, для него допускается частота 185 ударов. Для взрослого это много. Если это 50-60 лет, то, конечно, частота 140-150. Ну и еще немножко здесь хочу сказать, это сочетается с гиподинамией, о так называемом ожирении. Или предожирение. Это бич нашего времени, нашего общества. И нет сегодня, я так думаю, что ни одной девочки, которая не мечтала быть фигурой модели. И в данной ситуации начинается или измождение собственного организма, или наоборот, вот какие-то вот крайности. Вот плохо, да, в крайности бросаться не нужно. Действительно, очень многие девочки доводят себя до состояния, которое все знают, называется анорексия. Это практически психическое заболевание. Ну, так как я доктор более взрослый, может быть, это не совсем касается девочек до 18 лет, а для взрослых скажу так, что объем талии у мужчин в норме не должен превышать 104 сантиметра, а у женщин 88 сантиметров. То есть 90-60-90, в принципе, стандарты остаются, но есть, так сказать, зазоры. Это стандарты для моделей, которые выступают в шоу, конечно. Если мы возьмем среднестатистического обычного человека, то самое простое, что у вас есть сантиметр, и вы меряете окружность талии. И если вы видите, что она у вас уже на границе или превышает вот эти показатели, то значит, к сожалению, вы уже имеете ожирение. Формы ожирения, кстати, бывают разные. Наиболее для атеросклероза опасное является так называемое абдоминальное ожирение или яблокоподобное. Угу. В частности, у женщин это когда живот преобладает над бедрами. Извините, так. Вот эта форма ожирения как раз самая опасная в плане развития атеросклероза. Дорогие наши женщины, давайте станем перед зеркалом и определим, насколько все у нас хорошо. Очень хочу, чтобы у вас все было хорошо, но если что-то не так, давайте слушать доктора, что же на самом деле важно в этот момент предпринять. Алла Борисовна, интернет просто пестрит на самом деле советами, диетами и всем, собственно говоря, такими полезными советами, как они это называют. Однако, насколько они полезны, это уже вопрос очень-очень относителен. Давайте поговорим о качественном питании в данной ситуации и о здоровом холестерине, потому что много сейчас об этом тоже говорится, что, оказывается, холестерин не только плохо воспринимается организмом и откладывается на стенках сосудов. Конечно, но давайте вначале о питании. Да. Значит, по рекомендациям, опять же, Всемирной организации здравоохранения, питание должно быть сбалансированным и включать в себя что? Ну, мы знаем, что три компонента, да, белки, жиры и углеводы. Да. Так вот, жиров должно быть в питании не более 30%. От всей пищи. Причем из этих 30% 20% должны составлять так называемые ненасыщенные жиры, то есть либо растительные, либо легкие. Очень полезным для питания считается жир именно морских рыб, который содержит в себе омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Особенно для женщин. И для женщин, здесь для всех, для женщин в частности, доказано, что эти кислоты обладают также антиаритмическим действием, и они рекомендуются в качестве лекарственного препарата, как правило, всем, кто перенес инфаркт миокарда. Поэтому обязательно в питании должны быть такие кислоты. У нас на Украине, к сожалению, такая проблема, что наша рыба не содержит таких жиров. Это должна быть рыба северных морей.
И она должна быть свежей, не мороженой. Поэтому, если, конечно, большинство населения, мы понимаем, нет возможности не хотя бы раз-два в неделю кушать да. такую рыбу, то есть препараты, которые содержат омега-3, ненасыщенные жирные кислоты. Их много есть разных в аптеке. Это действительно важно для питания. Это в качестве диетической добавки. Да, в качестве диетической добавки, совершенно верно. Далее, ограничение приема соли. Как ни странно, все продукты, которые мы покупаем в магазине, они соленые. А соли рекомендуется в сутки кушать не более 5 грамм. Поэтому и хлеб соленый, и колбаса, и сыры, и вот эти все баночки, там все соли много. И мы настолько привыкаем уже к этому, да, что мы даже не замечаем. У нас такой образ жизни, мы всегда спешим, нам некогда готовим, покупаем готовую продукцию, она содержит как раз в себе и вот эти и тяжелые жиры, и соль. Поэтому как можно меньше должно быть вот этого фастфуда. По возможности надо все-таки стараться питаться как-то самостоятельно. А бессолевое питание есть и такое нынче есть. Популярно, что вообще отказываться от соли, с тем поясняя, что в каждом продукте есть, собственно говоря, и сахар, и соль. Но совсем бессолевое не рекомендуется. Почему? Все-таки небольшое количество натрия нам нужно для того, чтобы поддерживать нормальный гомеостаз, то есть циркулирующую жидкость. Если человек лишает себя полностью соли, он постепенно, ну как вам сказать, истощится, иссякнет. То есть лишать полностью соли не нужно. На самом деле в те продукты, которые вот у нас растут в земле, несмотря на нашу засоленность, все-таки соли много не обеспечивают потребность организма. Поэтому нужно употреблять. Но, повторюсь, количество не более 5 грамм в сутки. Это чайная ложка. То есть это значит то, что солится при приготовлении пищи, и все, больше ничего. Причем предпочтение сейчас отдается морской соли. Она больше содержит калия, хлора, чем натрия, а калий нам нужен. Это очень полезный микроэлемент. Очень полезно. А йодированная соль? Йодированная соль именно в нашей местности не так актуальна, потому что мы не являемся местностью, так сказать, эндемичной для заболевания щитовидной железы. Почему придумали йодированную соль? Это было сделано прежде всего для жителей Западной Украины, так как у них действительно эпидемия заболеваний щитовидной железы. У них мало йода содержится в почве. У нас йода достаточно. То есть она не вредна, ее можно употреблять, но в принципе это не обязательно. Поэтому здесь как раз не актуально. Важнее, я все-таки думаю, морскую соль. Вот так вот. Алла Борисовна, а что до питьевого режима? Особенно если мы говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях, в которых, в процессе которых и так возникает отечность у человека. Да, как действительно. Если человек здоров, то есть тоже очень простая формула. На килограмм массы нужно потреблять не менее 30 мл жидкости в сутки. То есть тоже можно высчитать. Для среднего человека 70 кг, считайте, это чуть больше 2 литров. Имеется в виду вся жидкость, не только вода. Соки, компоты, первое блюдо и так далее. Если у пациента, к сожалению, уже имеется действительно заболевание, особенно с отеками, то ему ни в коем случае в таком количестве жидкость нельзя употреблять, только надо строго советоваться с врачом. Потому что, да, они начитаются, наслушаются, начинают много пить, а это уже не идет. Любой фитнес-центр заявляет прежде всего, что вы должны пить максимальное количество воды, независимо, собственно говоря, от ваших, от вашего самочувствия, потому что вот надо перезарядить, собственно говоря, организм. И вот вода, она вымывает, возможно, какие-то там плохие вещества, и таким образом процессы ускоряются, организм омолаживается. А вот вы говорите о том, что прежде всего надо все под контролем и очень индивидуально. Да, это действительно нужно индивидуально. Если вы знаете, в хороших фитнес-центрах всегда есть врач, который вот, когда вы туда пришли, вас оценит ваше исходное состояние и скажет вам режим ваших нагрузок. Поэтому, если у вас здоровое сердце, здоровые сосуды, пожалуйста, вы действительно во время нагрузок должны больше принимать. Это нужно. Много будет уходить с потом, и это допустимо. Но если есть какие-то уже проблемы, даже начальная стадия заболевания, то тогда либо вы снижаете интенсивность нагрузки, ну и, само собой, вы количество принимаемой жидкости тоже уменьшает. Алла Борисовна, не менее важен вопрос о качестве воды. Какова должна быть, какой должна быть вода для того, чтобы не навредить себе прежде всего? Ну, сейчас, в принципе, рекомендую для приема любую фильтрованную воду, я имею в виду очищенную любым способом. То ли это будет осмотический фильтр, то ли это будет угольный фильтр. Ну, конечно, не кипяченая. По возможности, чтобы она не была совсем дистиллированная, потому что есть фильтр, знаете, высокой очистки. То есть она должна быть минерализована в определенной степени. То есть фильтрованная вода любого производителя, которая сейчас, они в принципе все на Украине, те, которые лицензированы, все хорошо очищают воду, ну, насколько это возможно. Алла Борисовна, вот если сейчас мы с вами гипотетически вот так вот немножечко разложим ситуацию, если человек будет полностью выполнять все рекомендации доктора, будет вести здоровый образ жизни, будет просто впереди планеты всей относительно своего здоровья, можно сказать, что он не столкнется с проблемами сердечно-сосудистой системы?
Ну, в медицине стопроцентного ничего нет, но на 90, даже 95% можно сказать, что да. Это если говорить только о сердечно-сосудистой системе. Поэтому мы всегда учитываем фактор наследственности. Стоит обратить внимание на свое здоровье тем, у кого в семье были, к сожалению, случаи внезапной смерти в молодом или даже в детском возрасте. Что значит внезапно? Без видимых причин. В таком случае им нужно обследоваться как можно раньше. И здесь, наверное, не мало будет ограничения только вот питания или движения. Наверное, может быть, и надо будет какие-то профилактические, более серьезные меры, я имею в виду лекарственные или даже хирургические, принимать для того, чтобы ну, максимально отодвинуть возможную вероятность. Вот вы нам говорили о том, что существует и вторичная профилактика. Да. Это и есть? Имеется в виду? Вторичная профилактика, да. Это уже профилактика у людей, у которых есть, к сожалению, сердечно-сосудистое заболевание. Тогда она, помимо всех вышеперечисленных, мер включает в себя и прием определенных лекарственных препаратов. Ну, чаще всего это препараты ацетилсалициловой кислоты. Сейчас их есть очень много разных торговых названий. И они есть в разных формах, так называемые защищенные формы, которые не вызывают раздражения желудочно-кишечного тракта. Есть очень хорошие препараты, группа называется общим названием статины. Торговых названий тоже очень много. Я единственное, что хочу сказать, что когда уже заболевание выявлено и есть хоть какие-нибудь признаки атеросклероза, клинические или лабораторные, то, как правило, врач должен назначить такой препарат. На сегодняшний день не доказано влияние таких средств народной медицины, как чеснок, лимон, шиповник и все остальное, на процесс прогрессирования атеросклероза. То есть много популярных журналов, много статей, все читают, но это все не доказано. Доказано только, что если уже заболевание есть, то только эта группа препаратов может затормозить этот процесс. Еще раз подчеркну, затормозить, не убрать полностью. Значит, если уже какое-то поражение атеросклеротическое есть, оно остается, но оно не прогрессирует. И это очень важно. То есть мы можем человека с помощью специальной шкалы даже рассчитать примерный срок возможных событий, таких как инфаркт, инсульт, которых мы часто переживаем, на основании вот его лабораторных показателей. Уровень холестерина, уровень не просто холестерина, как вы говорили, а именно тех фракций, которые вызывают атеросклероз, а также уровень глюкозы крови. Потому что избыток глюкозы – это всегда ведет к атеросклерозу. На самом деле можно предотвратить такие серьезные события в своей жизни. И насколько важно, знаете, как с умом и с вниманием подойти к вопросам собственного здоровья. Алла Борисовна, о здоровом холестерине так и не поговорили. Ну, мы поговорим. Значит, как правило, делает лаборатория так называемый общий холестерин. Для чего он нам нужен вкратце? Это строительный материал. Он входит и в строение клеток всех абсолютно. Для женщин – строение женских гормонов. Мужчин – мужские гормоны. Многие гормоны, которые головной мозг наш вырабатывает. Но когда меняется вот это перераспределение в сторону тяжелых жиров, они называются липопротеиды низкой плотности, то вот эти вот избыточные тяжелые жиры начинают откладываться чаще всего в внутреннюю стеночку сосуда. В чем содержатся эти тяжелые жиры? Это мы говорим сейчас об эндогенном холестерине, то есть том, который вырабатывается внутри у нас внутри. Основной наш орган, который перерабатывает холестерин, это печень. И вот если есть какие-то проблемы в печени, скажем, человек в детстве приболел инфекционным гепатитом, и этот холестерин недостаточно перерабатывается, он начинает откладываться в сосудистой стеночке. Поэтому даже если человек перейдет на полностью здоровый образ жизни, а уже этот холестериновый у него нарушен, баланс к сожалению, это будет недостаточно. И нужно будет прибегать к лекарственным препаратам. Как не усугубить ситуацию? Какие продукты питания могут спровоцировать процесс? Какие могут замедлить? Значит, людям, у которых есть такая склонность, мы не рекомендуем в первую очередь животные жиры. То есть они должны убрать категорически все тяжелые жиры. Свиной, говяжий, бараний, птичий. То есть мясо можно употреблять, но полностью... Постное. Да, либо это птица без кожицы, либо это постные сорта. Дальше. Яичные желтки содержат очень много холестерина. Человеку с атеросклерозом не рекомендуется больше, чем 1-2 желтка в неделю. А для здорового образа жизни, ну, до 3 допускается. В неделю, именно желтка в неделю. В неделю. Молочные продукты то же самое, максимально обезжиренные. То есть кисломолочное, творог, пусть даже будет свежее молоко, но все это с самым низким процентом жирности. Конечно, рекомендуется включать рыбу обязательно, ну, желательно морскую, но какая есть. И большое количество овощей и фруктов. По рекомендации ВОЗ в день должно быть 400-500 грамм именно свежих овощей и фруктов. Это высокое содержание клетчатки, которое способствует, захватывает на себя, можно сказать, этот холестерин, как сорбент работает, и выводит его из организма.
А масла рафинированные, нерафинированные, растительные? Ну, предпочтение отдается нерафинированным, но их использовать не для жарения, а в качестве салата. Да, это не обязательно оливковые, могут быть и наши отечественные, но все-таки нерафинированные, они не такие очищенные. Кстати говоря, и крупы, вот злаковые тоже рекомендуются не очищенные, это все-таки не хлопья, цельные, а именно, зерновые. Да, цельнозерновые. Также и хлеб вот цельнозерновой, вот такой вот. Алла Борисовна, столько вопросов хотелось бы еще задать непосредственно по каждому заболеванию, потому что у каждой ситуации есть и общие тенденции, конечно, есть индивидуальные. Очень надеюсь на последующую нашу встречу. Сегодня спасибо большое за ценные советы. Будьте здоровы вы, пусть будут все здоровы ваши пациенты, ваши родные. Спасибо. Приходите к нам еще обязательно. Хорошо, спасибо вам большое. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Це вас хвилює». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Здоров'я вам міцного і залишайтеся надалі на хвилі телеканалу «Миколаїв».